Пострадавший от ножа Артура Гаджиева в субботу, 19 августа, продолжает лечение в хирургическом отделении травматологической больницы. Их состояние остается без изменений. Напомню, преступник ранил 7 прохожих в центре Сургута. Все они были доставлены в травмцентр. Один человек восстанавливается амбулаторно, 6 госпитализированы. Несмотря на то, что характер повреждений, по признанию медиков, оказался весьма непростым, сегодня жизни пострадавших ничего не угрожает. Один человек находится в стабильно тяжелом состоянии, один в состоянии средней степени тяжести. Состояние 3 пострадавших оценивается как удовлетворительное. Еще один раненый остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Ввиду такой зоны повреждения, как бы шеи, которая связана с сосудами мозга, связана с ротоглоткой. В общем, за счет этого такая есть неврологическая симптоматика, поэтому такое тяжелое состояние.